проще пример приведу. Вот, например, для меня, я считаю катастрофой, что церковь, которая сегодня получила такие невероятные преференции, права, льготы и так далее, и так далее. И у нас уже храм в каждом переулке. Это замечательно, с одной стороны. Но на это тратится масса денег, да, масса возможностей, которые можно было бы тратить буквально на людей. У нас есть на кого тратить, на пенсионеров. У нас сейчас Дмитрий Анатольевич, по-моему, в России подписал прожиточный минимум 9898 рублей. Все время хочется спросить, вот 8 рублей на что? И церковь вмешивается во все, да? И я очень просто вам скажу, я считаю, что это безумие. И никогда этого позволять нельзя. Я же не хожу в церковь и не говорю, как им службу вести. А мог бы. Да. Я же потребитель этого шоу. Но вот это по сравнимости одно и то же. Ну, как мы себе представляем, что мы придем и объясним, что батюшка не так поет, а это не так ходит, а это... Как так может быть? А они почему-то считают, что вообще в театре и в кино разбираются все. Вернее, думают, что разбираются все. А это очень... многовековая история, и мы не все знаем, ни Коля, ни я, ни Гафт, ни Табаков, но мы всегда очень осторожно и аккуратно относимся к зрителю и к себе.